Мы идем сейчас по нашему району Огайо. Идем к озеру. Летом там пляж, на котором мы загораем и купаемся. Весной такое озеро. А сейчас просто там многие гуляют, катаются на велосипедах. Там большая велосипедная дорожка вдоль всего озера. Мы вчера там катались, сегодня решили пойти пешком пройтись, потому что не во все места мы смогли заехать на велосипеде. Поэтому пойдем просто вот после обеда прогуляемся. Очень красиво сейчас. Осень, листочки желтеют. Хотим насладиться последними теплыми денечками, потому что я так подозреваю, что скоро будут дожди. И будем сидеть дома. Поэтому сейчас мы идем гулять. Мы решили зайти в цукрарню, взять ребенку мороженое, а себе в дорогу кофе. В цукрарне продаются выпечка, всякие тортики, мороженка и кофе. Вот мы пришли в этот парк. Там дальше озеро находится, на котором мы купались раньше. Летом. Красивенько так, люди гуляют. Природа, конечно, тут обалденная. Чистенько, уютно. Слева вон небольшое озеро с лебедями. Сейчас все покажем. Так хорошо все-таки пройтись осенним деньком, теплым таким. Солнце светит шикарно просто. Так, вот это озеро, там дальше пляж. Вот там вот дальше идет велосипедная дорожка. Я не знаю, ее протяженность. Ну так, достаточно покататься. Там бегают, с детьми гуляют. Красивые виды очень открываются. Вот, лебеди плавают. В общем, красиво все так. Чистенько, спокойненько. Вон тот самый пляж, про который я говорила. Здесь находится понтон для отдыха. Есть спуск в воду. Люди здесь загорают, купаются. Просто отдыхают. Рядом там дальше биотуалет стоит. Такая оборудована площадка для отдыха и для купания. Даже сейчас, вон уже вроде как конец сентября, люди загорают. Вчера мы приходили сюда, люди купались. В принципе, 20 градусов. Не холодно, можно. Солнышко, хорошо так.